друзья, сегодня у нас новый видеоролик, с вами Тимоха и Кирилл. Всем привет, чуваки. Сейчас мы снимаем видос на Тимохе канал и на мой, если что. Да, поэтому... одновременно. Такого пацана еще давно не было, конечно. Очень давно. Кстати, да. Кто хочет посмотреть, например, от вида его, приходите на его канал. Если вы да. видели на его канале его видео, ссылки можете перейти на мой короче, канал. Ставим в описании друг на друга. Короче, сейчас мы будем летать над всей картой, чудить всякие вещи, пытаться не разбиться, как это было раньше. Спасибо администратору. Имя скажешь? Шамиль Юсупов. Большое тебе спасибо. Да, прям огромнейшее. Да, потому что, блядь, редкость, пацаны. Ну, вы знаете, все дела там, блядь. Ситуации все знают. Ну, короче, как говорится, взлетаем. Давай, ты первый, я за тобой. Сейчас бы вспомнить, как летать еще. Стрелочку вниз. Поднимайся и шасси убирай. Ух ты, блин, как там трудно летает. Шасси убери, все. Я убрал. Блин, красота еще зимой, вот это да. Давай только без твоих вот этих, блядь, я. А то я помню. У меня новый скилл, хочешь покажу новый прикол? Нет, я не надо. Я еще хочу полетать. Блин, давай. Ну давай, может, в аэропорт приземлимся, как поугараем. В этот, в Атырево? Да. А где он? А, вот. А, вон он, все, давай шасси выпускай, сразу замедляйся. Так. Гидры стоят. Блин, ну гидру он точно не даст. Да не, гидра это жестко. Более наглеть не хочу. Блин, а как мы взлетим потом? Нет, влетим. Летим? Да. Аккуратно, аккуратно, аккуратно! Сука, нет! Взорвался? Нет. Так, аккуратно. Это было нелегко. Сейчас бы за ремкой идти, блядь, для самолета. Сейчас будет взрыв. Сука, нет. У меня крыло застряло в этом. Напиши, а, сейчас я напишу, наверное. Ты завалился, аж понял. Да, я видел, я смотрел назад, когда ты приземлялся. Блин. Кстати, самолет классный, вот этот Аэрофлот, но что-то... Да, кстати. Жесткая посадочка была, на самом блин, деле. Конечно, задний ход у него плохой, я тебе скажу. Да, вот тоже. А у меня еще поворачивать на нем практически нельзя. Блин. Не, сейчас знаешь, как он едет километров назад? 16. Сейчас я ему напишу, ну... так. Блин, крыло-то я застрял. А вот это твои денежки, Шамиль, блин, посадить самолет. Тут проблемка. Можешь помочь? Помочь нам. Плиз. Ух, кстати, я нажал... Он сам нажал зарю, кстати. Да? Угу. Самолет в заборе. Застрял у него. Вон там. Так. Блин, конечно. Главное, чтобы мы его не заебали. Да. Мы, кстати, не снимем реакцию людей, потому что людей сейчас очень мало. Ну, постараемся полетать где-то. Ну, вчера я 700 онлайн, кстати, прикинь. Я думал, поменьше. О. Ух ты, ёпта. Автопилот. Вот это я понимаю, гидравлика. Лоурайдеры, блин, отдыхают. Спасибо большое. А, это Як-40, даже написано, чуваки, прогуглите, если кому интересно. Ну, понятно, что это советский, СССР, ну да, все написано. Дела. Я на выход. Я его заглушил. Кирилл, заведи мне самолет, только не забирай, то тут хп побольше. Мы их спрячем. Спрячем просто видео. Видео снимем. Или утопим, скажи. Почини, плиз. То есть, в смысле, заведи. А, тебе завести? Ну да, то нолик сейчас не заводится. Просто он уходит, чтобы он их не забрал. Да ну, надеюсь, не а заберу. Ну, дай, давай заведу тебя. Чуваки, у меня просто буква Э не работает, мне приходится сворачивать игру и т.д. и т.п. Короче. Да. Ну, жиза, пацаны, все нормально. Жиза, да. Так, ну короче, приземлились давай. Мы не очень хорошо, ну зато теперь... прикольный такой салончик, понял, это дверь сама, понял, запшита еще. Сейчас я его поверну немножечко, а то он у меня понял. Давай лучше улетать отсюда, потому что мы остались без, так сказать, пит-стопа. Пит-стопа без поддержки, типа? Да. Поэтому надо аккуратненько. Ну, реакцию людей мы не будем на туре проверять, потому что, во-первых, есть большая вероятность разбить самолет и разбить людей, и так далее. Ну да. Поэтому будем поаккуратнее. Просто полетаем, посмотрим, вспомним. А ты что, уже взлетел? Да.
Блин, а мне надо самолет немножечко, понял, Так повернуть. чё он спокойно там взлетает вроде? Да не, взлетает, но, блин, мне его надо повернуть, потому что, ну, я сейчас начну взлетать, понял? О, все, вроде бы нормально. Блин, нет, не нормально. Я тебя вижу. Вроде сейчас нормально взлетим. Бля, что-то близко, больше деревьев. А, вижу, капец, там Париж. Все. Так, блин, сука, наверное, опять не взлечу. А что у тебя не взлетает он? Да взлетает, ну блин, понял, у меня же поворачивается, он только в воздухе. У меня же там кнопочек. А мышкой попробуй. Не работает. Мышкой? А, да не, у меня так не работает. Давай, лети за мной. А где ты? Я возле вышки, возле вот этой летаю. Я помню, как я на вертолете в этой вышке застрял. Тупо живой, а вертолету хана. И тупо, ну, застрял в вышке, так, и ничего не могу сделать. Так, надо аккуратненько лететь, потому что что-то я... Чтобы друг друга не врезались. Так, ну я сейчас возле взлетной полосы. Я возле вышки. С той стороны, с которой мы взлетали. Так. Я на 2Ч летаю. Вот, я сзади тебя. Погнали, сейчас, давай. Давай в южный там А, лететь. Я тебя вижу. Поехали. Полетели. Поехали. Поехали. Как я понял, на серваке там, не буду говорить на каком. Выше бери. На гидре летал, короче. И, ну, так, решил немного пранкануть чисто для себя. На гидре понял, ну, колеса высунул и ездил на светофорах, останавливался на красном. И люди так проезжали, у меня же гидра, пушки видят, что там стоят. И никто на красный не проезжал. Полицейский так ходачий. Да, на хитре такой чисто. Остановился на красном. Еще потом понял, как на Мазинге будет кольцевое движение, видел? Там тоже такое движение. Там тоже такое движение сделали, короче. Я вот так вот сделал. Знаешь, что я там нашел на том серваке? Ну. Тупо канализацию в точь-точь, как нам показывали на скринах, прикинь. Канализация? Да. Какая должна была доме? Быть на Мазинге, да. А, кстати, по-моему, тут сделали конденсацию, ее закрыли, понял? Туда нельзя попасть теперь. А. Вот это что, возле водолазов, да, типа? Да. Я возле ДПС лечу там. Я не знаю. Да аккуратней. Да я знаю, я профи. А, мне показалось, что ты уже понял, пике ловишь такое, типа. А ну, я хочу приземлиться на этот, как его, химзавод. Не надо, на южный не надо, блин. Я точно не приземлюсь. А, ну это да. Куда можно полететь еще? Помнишь, где мы поле там? Летали когда-то. Да. Туда помню. Можно пойти, самолеты поподробнее немного рассмотреть. Сука, я чуть не обосрался. И смотри, такая херня такая сзади, такая, понял, как голова на этот самолет. Не пугай, иди в жопу, иди. Сколько хп? У меня 980. 880. Походу, это не пьет, только урон идет. Да, это... Пацаны, чтобы вы знали, сейчас 4 часа ночи. По нашему утра. Времени. Утро, можно просто сказать утра по Киеву. Блин, Кири, я себя слышу опять. Да? Да. А, вроде слышу? Уже нет. Да не может быть. Ты перелевебущий крашнет. Точно, блядь. Пошли около тюрьмы полетаем, пускай подумают, что мы спасатели. Блин, ну там деревьев так много, опасно, конечно. Да. Как я понял, меня посадили по вчера. Выхожу, что мой вертолёт стоит, я сел, улетел. Вообще, изи отсидел. Подогрев такой. Да. Вообще чётенько. Садись, только же не на меня. Ой-ой-ой, аккуратно ты, блин, экстремал хренов. А тут ровно, да, нормально сядет. Вроде нормально сел, мягкая посадка. Ну, мы, помню, здесь и снимали, помнишь, когда-то? Да, но по-моему, ты что-то да. Не заходила, пацан, давайте на то, блин. Я сейчас за крыло дернул, много лукаса наберем, что у меня и что у Тимохи. Потому что да, реально, да, ну, такое никто не снимает на ютубе, понимаете? Да, кстати, ни у кого вообще не видел, что не мы видел. Самолетах там летали на Амазине. Кстати, вот у нас 79 литров. Давайте, бля, я хочу, чтобы у меня в воздухе бензин кончился. Чисто взлетите так на высоту, знаешь, чтобы вот бензин кончился просто. Типа, потом это как, ну... Пике ловить, да, в свободном падении. Ну так можно и двигатель выключить, но так неинтересно. Сколько у тебя литров? 72. У меня 79. Хера себе. Да ну без разницы, в принципе. А? Ну, в принципе, без разницы, можно и полетать потом. Ты думаешь, мы 70 литров вылетаем? Ну... Я думаю, просто мы разобьемся быстрее, чем вылетаем. Вот то.
Ой, как такое на крылышке типа... двигается вот вообще? Да, 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 закрылки, конечно, круто. И на крыле, то есть, ну, ну сзади. Да, и на крыле, да, да. Стоп. Сзади. Да, да тоже. Хвост такой утиный. Ну красивый, особенно в черно-белом цвете. Да, 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 кстати. Я думал, кстати, вам заменили его. Вот гидру бы нам дали, а там интересно вообще система. Ты когда закрываешь шасси, там закрываешь. Интересная система, это ракетная система, пацаны. Да, это та. Я там понял, эта хреня именно закрывается, там все так четенько. А, там по красоте вообще. Я помню, первый снял, блядь, когда мы пак добавили его, я первый снял про него видео. У тебя репит, прям, пожалуйста. У меня? Да. Что за блядь? Когда говоришь, репение там прям такое жесткое. Надо потише туда говорить. Наверное, того, что я... Ты куда полетел, блядь? Хоть бы сказал. Хоть бы взлетел. По ямам этим трындец. Да, да, да. Блин, а можно было... А, это трудно реализовать. Понял? Тут же есть бах, понял, под воду. Можно под водой полетать. Так это надо приземлиться и туда прям. И потом взлететь, да? Давай попробуем сейчас так сделать, может. Это надо... Замедлиться надо и как-то аккуратненько туда. Не, именно заехать, понял, туда надо. Ну да, заехать, конечно, заехать. Сейчас я попробую. Ой, сейчас заехать. Еще утопим их. Уже так уж и быть. Сижу к тебе, сяду уже. Так я тоже приземляюсь. Ага. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, стой! У меня получилось. Стоять! У меня получилось! Ты залетел? Да. Я тебя вижу. Я чуть самолет не расхреначил. Так будет, точно вам никто не покажет, блин. Тут еще дно прозрачное, блин. Главное, чтобы самолет туда не попал, бы он пропадет. Вот именно, еще, ну, а если с воды вылететь, по идее он. Не знаю, он вылетит или нет. Интересно. Не, если резко вылетит, то нормально все будет. А если потихоньку, то. Ну, пацаны, сейчас я тоже проверю, просто я чуть не разбился. Ты бы видел, как я тут пытался его спасти. Я посмотрю потом, найду. 189 километров в час. Так, я правильно себя держать. Взлетел, ну такого точно никто не делал, я думаю. Что? Думаю, такого точно никто не делал. Это точно. Я же на самолете под воду летать. Хорошая идея, я взлетел нормально. Да? Да, уже. Я летаюсь. Тоже лечу, бати. Блин, ну, оно стрёмно так. Когда прям понял, именно вверх бери, вот именно чтобы клюв вверх вот так торчал. Я понял, понял. Ты уже вылетел с воды? Да, 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 я уже нормально. Ну сейчас. Ух, ебать! Взлетел? Да! Где ты? Я тебя не вижу. Я не знаю сейчас, я свернусь. Капец, пацаны, это так круто было. Блин. Да-да-да-да-да. У вас просто, блин, миллион лайков, реально. И ты особенно чувствуешь, что и в воду не впилиться, и в ней, ну, и да, в ноет. Так, не такое... знаю, вообще как-то, блин, вообще, ну, не почувствовал даже, как проходил воду. Ничего не произошло. Да-да-да, вообще, ну, никакого удара не было. То если ты плоско вот так, то есть, ну понял, не клювом, а именно крыльями, то ну оно да. Зацепится. Надо будет на вертолете так, слышь, зачудить. Ну туре, кстати. Тем более вертолета мы можем арендовать, пацаны. Ну, поэтому. Я пытаюсь зайти. Пахнет новой дому, серии, который... пацаны, второй. Да, ждите вторую часть, скорее всего. Я возле дома вот этого. Какого? Где мы залетали, понял? Я уже до Кремля подолетел. Классно, ну я туда к тебе. Ну сейчас я назад лечу. Нам было плохо не встретиться. Да не, у нас высота разная. Насколько у тебя процентов палочка поднята слева высоты? У меня процентов я на 20. Я вижу эту палочку. О, я тебя увидел. А, да? Слева а, вот, сейчас развернусь. Давай в Кремль, короче, лечить туда. Я что-то тебя из виду потерял. Да, я развернулся тут. А, то я тоже разворачиваюсь. А, вот, все, вижу тебя. Не, ну блин, это было эпично, конечно, с воды такой под водой пошли. Да, 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 да. Еще риск такой, знаешь, не знаешь, что случится. Да, 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 я такой очкую думаю. Оно еще тяжело, кстати, там понял, ну, не так уж и глубоко, как можно. Да, там, ну, особо негде покувыркаться, ну, да. Грубо говоря. Ну да. Негде, блядь, мертвую петлю сделать. Под водой мертвую петлю делать, конечно. Бля, надо было сделать. Тебя бы не вышло, я думаю. Хотя. А, у ну блин, если была дыра, именно понял, в самой воде прям. Понял. Да. Атака на ну. Блять, аккуратно ты! Блин, я взорвался, капец! Да? Я тебя вижу. Давайте заберу с больницы. Давай. Он заспавнится, где ты понял, где ты был. Заспавнился самолет? Да, он заспавнился. А, точно, заспавнился. Стоп, а где нам его давали? Я помню, давали.
Полночь, ну хорошо. В больнице еще никого нет. Блин, а сейчас бы приземлиться возле больницы как-то. Очень украли. Пацаны, миссия невыполнимая. Приземлиться возле больницы. На больницу прям садись. Просто ты с больницы понял, как начнешь взлетать, ты разгон не возьмешь, и ты резко упадешь с нее. Давай я возле больницы там понял, за деревьями встану, короче. А где, ты хоть знаешь, какой больничке? Арзамас. А, ну Арзамас, да, скорее всего. Ладно, давай как продолжим. Ты снимаешь вообще или нет? Да. Да. Я думаю, что ты качкуешь. Хочу просто лечиться полчаса. Это да. Так. Все, посадочка. Сейчас бы найти, подожди. А? Выключи двигатель, когда будешь садиться. Да подожди, я не вижу просто. Выключи двигатель, свободное падение. Сейчас. А видишь, не грузится дорога, вот она где-то тут. А, все вижу. Грузись дорогой, вонючая. Я вижу. Во, наконец-то. Вон он стоит. А, давай. Сейчас. Чуть-чуть дальше. Вырубай движок. Попкой давай. Оп. Свободное падение? Не. Я просто назад сдал. Ага. Вы воспользуетесь такси Аэрофлот. Обращайтесь к нам. Ты, кстати, видишь, вот эти винты сзади крутятся? Да, я видел. Видел? Я только сейчас увидел. Блин, Бодяныч Аэрофлот. Знаешь, как гипноз, блядь, какой-то? Вот эти... Да-да-да, слышу, включи мне его. Кого? Вертолёт. Мне вертолёты больше по кайфу, чем самолёты, если честно. Ну, я насчёт гидры бы поспорил. Ну, насчёт боевого вертолёта я бы тоже поспорил ещё. Так, сейчас, ЕН, всё. Всё отлично. Блять, ну жалко, нельзя, понял, зайти в салон посмотреть, понял, что... Да-да-да. Хотя, блядь, в этом, как его... Сделали даже там, где я играл, короче, где я на гидре ездил. Mm-hmm. Там, короче, в автобус здесь 7-3, я понял, как сампи. Вообще заебись. Ну давай, помнишь, как делаем? Лети, короче, на начало трассы. Самолёт как сбрось где-то. Ну сейчас, я доеду просто. Давай. Там можно расхуярить, ты не важно. Можешь взлетать. Наверное, самолёт кинешь где-то рядышком. На бомжатнике оставь где-то. Я помню, когда я из игры выходил, я танк оставил на бомжатнике. Я представляю, что там было, блин. Да его никто не мог взять, блин, чего-то там понял, драли за него. Прав не было на танк. Прав не было, да-да-да. На танк просто это дефицит, сейчас понял, право. Так, я в таком месте припарковался без палива, вообще без палива. Никто не спалит, ебать, еще я на самолете подлетел. Не, садись, ебать, прокачу, ебать. Ебать, похуенно, если бы можно было свой самолет реально здесь иметь, вот такой вот. Это пиздец, я бы прям магазин был за хлебом, нахуй. Да нет, блять, почему? Краш, прикинь. Да. А, блядь, где самолет твой будет? Что у меня очковый, блядь, он не в меня сейчас упадет. Где ты там летел хотя бы? Я летел в сторону Арзамаса. Бля, сейчас он где-то в каком-то городе на кого-то пойдет. Ну, короче, придется тебе обратно. Я к тебе лечу туда, потому что у тебя сам дорог есть. Так я сейчас нажму. Хотя, может, он заспавнился, может, он разбился. Да вряд ли бы он разбился, он же падал сам. Ну. А, он же без пилота. Может, перевернулся как-то, может, в воду упал. На какую воду? Посреди поля? Ну, бля, он же пикировал сам дальше, понимаешь? Так он не на большой высоте был. А, тогда по-любому въебался куда-то. Ну сейчас узнаем, если его там нету, значит кому-то, блядь, повезло сегодня полетать. Хотя ищи. Куда он, как он взлетит, давай, конечно. Поисковую операцию возглавляй. Да, да, да. Я, блядь, еще там приземлился, тут деревья такие, пипец. А крикнуть надо, чтобы приземлиться нормально, или сказать просто? Не понял. Крикнуть что-то надо, чтобы нормально приземлиться, или крикнуть? Ну крикнуть или сказать просто? Канимку или сказать, но это не всегда работает, поэтому не советую. Бля, ебать, я, сука, забрел тут пиздец. О, тут дурочка, я сейчас... Он надо мной. Над тобой? Есть! Блядь, сука. Что? Вот это нахуй срочно. Что? Что там? Блядь, вот это прикол. Ищи, ищи, ты нас найдешь. В смысле?
А вот это где? В деревьях, блядь! Возле трассы, типа? Да, прям почти под трассой. В конце? Да не в конце, где-то на середине. Ну, 1000 хп, но надо его просто... А это вижу. Это как-нибудь. Будем его выталкивать как-то сюда. Механиков сюда, бля. Механиков, ты это хуетен. Так что теперь делать? Сейчас бы самолет вытягивать механики. Так, я тебя вижу, а вон, бля. Сейчас вот это вытянем, блядь. Нас стреляет, сука, деревья, блядь, долбоёбы. Да, лёгкий, вроде нормально. Скажем, у нас ЧП самолёт в дереве застрял. Блядь, лучше его въебать, если он взорвётся, понял, то он сфан. Лёгкий, смотри, пошёл! Да? Да-да-да! Хуяще, блядь. Тимоха Силач, только сегодня, только сейчас. Смотри, спасательная операция самолёта. Зубами тянет самолёт, ебать. Вообще, а походу у него крылья, понял? Или он баганулся, я не знаю. Ты посмотри, как сверху это выглядит. Да я позже тебя стою. А, да? Самолет привидения. Закончилось успешно. Знаешь, сколько хп? 1000! Рил топ! Самолет спасёт. 830. Поехали за ремкой. За какой ремкой? Я ж целый. Полетели, короче, то я за себя говорю. Ага. Давай сейчас поздно, а я пойду приземлюсь. А зачем деревья? Летим, начало трассы. Да я знаю сейчас, я же там и стоял. Давай его напугаем! Давай его напугаем! Кого? А, давай. Вон, 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 давай. Давай, я свой. Какой, иди сюда, родной. Еще один, смотри. Ааа! Че ты творишь, дебил? Блять, я засмотрелся, тебя чуть не упал. Ты видел, он меня чуть не причалил? Да. Стоп, а кто там? О, блядь! Чё там? Я слышал, что-то взрывается. А у тебя самолёт целый? Да. Чувак пишет, ебать, я самолёт видел, класс. Сейчас вытащу его отсюда. С-класс. Уёбки на самолёте, сука, в Арзии летают, все пизда. Блин, бардак, иди в бардак. Снимать чувак вообще там. Где мы стрелим? Ты это видишь? Где ты? А я тоже. Я так не могу. Лови его нахуй. Это, конечно, сильно было. Твори бардак и иди в бардак. Пацан вообще-то, блин. Кто может 2 КПТ дигла подогнать, по-братски? Он еще целый, Керри! Да? 600 КП, да. Повалено, не сломлено. Ремку можно купить, поехать. Да, погнали, их еще поищем. Погнали, да они полетели, ой, поехали. О, Керри, Керри. Усё, усё. Усё, усё. Я тебя вижу. О, давай, давай, давай. Тун-тун-турун-тун-тун-турун-тун. Стоять нахуй, пидор. Как аккуратно, бля. Ебать, он обосрался просто. Блять, хп мало, 626. Блин, тут деревья мешают. Давай. Я приземлюсь, понял, но дорогу перекрою. А, да, тут столбы еще ж есть. Нет, столбов тут нет, здесь деревья. Ну не столбов, вот этих, понял, табличек. Ну да. Сантебао, Рилток. Блядь, лети быстрее, пожалуйста, взлетай! Я сломался! Блядь. Фух. Я опять сломался и взорвался. Да, он застанился. А ты убер, да? Да. Блядь! Мне нравятся эти звуки. Знаешь что? Я приземлился, только неудачно. Мне самолет застрял на шаде. Он на пузе лежит тупо без. Я не знаю, я не плечу, наверное. На крыше или на пузе? На пузе. Я в нем сесть не могу. Он а, застрял. Ты тупо лег, да? Прицепись. Да. Он тупо лег. Взорвись, сука, и меня взорви тогда уже. Есть идея. Сейчас берешь самолет мой, который взорвался, я сажусь на крыло. Ты подлетаешь к дальномойщику, я на него. Можно, реально. Все, я побежал за твою значит, потому что моему пизда, походу. У тебя есть волки? У меня... Я могу сделать. Сделай, мы
буду хуячить. Подожди, блин, там походу кто-то самолет наш пиздит. Стоять нахуй! Ой, шо, это эти, блин, как их, парадные, можно сказать, самолеты. Ну, летают, да, типа, они, конечно, там не быстро, но погнали людей попугать. Ну, разъебаться вроде можно. Что-что? Разъебаться можно, говорю. И выкупай на меня, чекай. Сейчас, смотри, подожди, я не вижу, ну. Блять, я потерял управление, что ты тут делаешь? Ты уже хотел такой зачудить и потерял управление? Ну круто, да, на кукурузниках такой чудить? Да. Он еще цвет. Нам гидру, пацаны, не дали, короче. Что? Нам гидру не дали. Да, гидру не дали, просили, конечно, но. Да. Хорошо, что тебя можно легко найти вот по вот этому следу, знаешь? Ну да. О, мой самолет вроде пропал. А, это он убрал. Ну он же убрал. Погнали пугать людей. Короче, видосик затянется, но это ж хорошо будет, вам интересно. Да. Разнообразие. Типа ниже. Да я пытаюсь. Же радар, еще с радара бы сбить еще. Еще за этого дыма не хера не видно. Самому. А, у тебя прям сильно дымит? Да. У меня так, блин, нормально. Я вижу тебя. Ой, я вижу дальнобойщика. Я вижу дальнобойщика. Это было угарно, Рэму, малёха. Сейчас в чате посмотрим. Там такой-то дебил, блядь. Пыль на меня скидывал, ничего там. Согласен, эти чита нет. Что думаете, что мы читеры, блядь? Это не за нас. О, я догоню сейчас одного. Сейчас точно в чате что-то напишут. Давай, давай, блядь, конечно, скорость, конечно, у него не очень большая. Да-да. У меня волчок быстрее едет, чем этот летает. Мне нужна опилка, марионетка. Чё, давай. За парики, наверное, прихерел. Аккуратнее, штраф не слови. Я чуть не словился. Блять, нет! Сука, нет! Я что-то разбился? Чё ты сделал? Я летел, короче. Левым крылом словил столб, его кинуло вправо, зацепился за дом, и от дома отлетает. Ну блин, ну только... Ты взорвался? Да, он в деревьях застрял. Опять в больничке, ё-моё. Я тут фаер-шоу делаю. Я тут дальнобойщиком дорогу, ебать, закрыл. Я приехал за тобой. Приехал. Я просто по дороге еду. В общем, прикол. Блять, твоё крылья шире, чем дорога сама. Ну что думать? Думаешь, что не разъебаться, блять? Аккуратно, блять. Сейчас бы в АО приехать, блять. На работу устраиваться. В самолёте? Да. Продажи самолетов, ну для випок, а для тех, кто не вип, продажи самолетов, которые не летают, а так и есть. Надо урезанная версия, чисто. Решил поломедриваться, давай полетаем. Да не, бензина нету, понял, типа. Я сломал его. Не знаю, как я его сломал. Шамиль. Блять, надо ем. Хотя бы половинка, да? Марионетка, блядь. В сети нету, блядь. Мы без него остались, короче. Блин, а не, он не зайдет, мне кажется, уже. И, конечно, пиздец. Блядь, там брыжики бегут к вертолету моему. Пиздуйте нахуй, чудеска. Пошли нахуй, сука. Я выебу, дайте мне ремку, я вас выебу. Мак и Гун. Куда, сука, летишь мой самолет еще, блядь, попутал, нахуй. Блядь, попутал, это мой район. Хотя бы покрышу отсюда, нахуй, я сказал. Че, сука, блядь? Забыл, нахуй, кто будку сет повел, блядь. Там мой самолет. Да я им чуваку там говорю. Я понял, на крышу ты сказал. Я уже забыл, кто в будку свет провел. Ты че, сука? Рыжая, блядь.
рыжая сука. На, блядь, я его убил. СБД все хуели самолет на другой. Ты пошел нахуй тоже самолет на другой. Я вижу. Шо а рыжик на такой серой куртке был, знаешь, там нахуй одного цвета. Да. Я его просто встретил. Мне рыжик пишет хуй бычий. Слышно? Хуй бычий, рыжик написал. Хотя бы половинка. Чувак пишет, ноль админа, ухуярим, пацаны. Это понятно, ебать. Хотя бы половинка. Арсений, да, его звали? Да-да-да. Да по-любому того, блять, то и что. Нету админов. Да ты шо, ебать. И чё, блядь, теперь плясать, нахуй? Да не, по полям есть. А. Заходи, я и без этого это делаю. Ещё денег меньше стало. Так, давай, почти добежал до... за ремкой. Сейчас бы бежать за ремкой, чтобы починить самолёт. Это было того мента захуярить всё-таки. Да, это было. Так ещё у меня гондурас был. Гондурас. Пацан, новое слово. Не стрелил, а гондурас. Маслину словила. Чисто, не очень. Ебать ты лётчик, нахуй. Военный, блядь. Что ты там пердишь, я тебя вижу. Харе пердеть, нахуй. Слушай, ищи ты на бухту, ты садись, понял? Я вижу тут машину какую-то. Да не, машину не надо, мне хер путёшь. Какая там Димка тачку тормозит, я не помню. Ну, я тоже не помню. Блять, аккуратно, я вижу, как ты летаешь. Сейчас я кому-то сяду, ебать. Так. Меня чуть из ванни сбил. Как он тебя чуть не сбил. Что там? Веста только что приехала на меня, блядь, уехала. А не, лови грузовую, чтобы легче попасть мне было. О, как ты, стой, блядь, стой. Блядь, как там тормозить? Я не успел написать, он ехал. Я тебя вижу, блядь, блядь, ебать. Ебать. Изи, изи, блядь. Я это снимаю здесь. Тут когда сильно большие нагрузки на самолет, он глохнет, да. Понял? А где бы, я тебя что-то не вижу. Под тобой ты как все был. А, да. Мёртвая петля тут что теперь? Да не, не получится. Понятное дело. Я помню, я на Боинге пытался сделать. Слава труду, чувак, пишет. Пишет. Сад 7 лямов. За елик! Чекай, чекай, чекай. А, не, не Господи. Получается, не вытягивает. Ну, гидру бы дали, вообще бы, бля, такое бы чудили. Ну, не дэмили, конечно же. Ну, конечно, кому ты тут рассказываешь, конечно, хуя. Сука, что, я не хотел палить кондору, ты тут... Блядь! Изи, изи, рилток, блядь. Придурок. Ой, я вижу самолет, может он взорвался? Да. Сука, блин, я бы починил. Я летел. Поворачиваю вправо, и там дом появился. Блядь, я долебочек испил, сука, пиздец, эти баны. Там домик появился. Ты в отель въебался. А? В отель въебался, Диану. Въехал в Диану. Въехал, влетел в Диану, блин. Так я его не увидел просто, он небольшой. Небольшой, нихера себе небольшой, блин. Какой этажей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять этажей, блядь, небольшой. Девять этажей, хотя тут пятиэтажка, блядь, выглядит это выше. Читов нету, я никто в небе видел.
А, это про нас, похоже. Парни, есть тренажка бандит с номерами ОК? Шо, блять? Шо, блять? Мы будем заканчивать, потому что у нас не получается. Ну да, потому что получается какая-то хуйня. Да, ну ладно, да, тихонько закругляться. Давай. Так, чуваки, вот мы полетали уже. Я перебил, честно. Да похуй. Ага, похуй, теперь я тебя перебил. Полетали на красных дымящихся самолетах, полетали на советских воинах, было круто, почудили, немножечко подэмили, потаранили, повзлетали, попадали, короче, было весело и круто. Да, и будем сидеть сегодня весь день, Демор. Да-да, спасибо админу, что предоставил такую технику на время съемок, да, вы, конечно, спасибо. Круто вспомнили былые времена. Ну, хорошо было все же вообще. Чуваки, было хитро. Короче, интересный видосик по-любому выйдет. Обязательно ставим лайки, подписываемся на институт, твиттер, там все в описании будет. Да, переходите по ссылкам на канал, подписываемся на меня, на Кирилла, там, на вторые каналы. А если вы смотрите у Кирилла, на него и на меня, вот так, короче. И да, лайки, короче. Ставьте везде, и там, и там. Давайте, по 1000 лайков. Кто не так поставит, того, блядь, в дом залетит вертолет, нахуй. И самолет, и вертолет. Как Тимоха в Диану въехал. Ладно, чуваки, ждите новых серий, если вам нравятся вот типа такие совместные ролики, пишите, не факт, что мы будем их снимать чаще, но будет возможность, да. Может и будем, короче. Посмотрим на вашу активность, все от вас зависит, поэтому ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем ну, пока, думаю, короче. Давай тебе теперь слово дам. Вот и... Всем пока, короче. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.